Дешево и не сердито. Пользователи единого портала госуслуг теперь могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30%. В том числе это касается и получения водительского удостоверения и постановки на учет транспортного средства. Зарегистрироваться на портале можно самостоятельно или в многофункциональных центрах, которые есть сейчас практически во всех муниципалитетах области. Пока сервисом пользуются только 5% автовладельцев, хотя преимущества электронной оплаты очевидны. Так быстрее, удобнее, а теперь еще и дешевле. 1 января вступил в силу федеральный закон, в результате которого пользователи единого портала госуслуг смогут оплатить в электронном виде госпошлину со скидкой 30%. Данная норма распространяется на физических лиц, только на физических лиц.